Кисло ты звездочка, и пончик ты в ромбике. Дальше Беладон ты в трусах, Кирс ты в печеньке. Дальше поехали. Жнуэн ты в звездочке, Конвеста ты в ромбике. Тимыч ты в печеньке. Мишаня, ты в трусах. Дальше. Локи. Звездочка. Йена, ромбик. Мозер. Трусы. Вага, печенька. Никитос. Звездочка. Войт. Тоже звездочка. А этот Вараска печенька, провокатор, ромбик, рога, трусы. Кого не назначил, кроме хилов? Повтори, Так, где это прослушал. Отправить это, отключить. лок, ты в этом будешь стоять тогда. Давай будешь печеньки стоять. А ты тогда будешь стоять, женек, в трусах. Так, дальше. По поводу хилов. Пока тут вместе с Дарт... Ой, бля, Дартом вспоминаю. Пока тут вместе с Адмиралом вы, как обычно, ромбик. Дальше, Денчик, стоишь в трусах. Старик, стоишь в звездочке. И этот Харзи стоишь в печеньке. Дальше по поводу сапротов. Сапроты обязательны, это первый нюанс, если хотим убить. Дальше второй нюанс. Вторая фаза. Кнопку не забываем с первой на вторую прожать. Так, дальше. На второй фазе смотрим метки. Лучи и метеоры закрываем. Дикое пламя тоже выносим на рейндж от рейда. По крайней мере, стараемся. Так, last фаза. Начинаемся. Йена здесь? Где Геннадий? Плюсани там ему что-нибудь этот. Кирс. Так, дальше. Третья фаза. Стоим в печеньке. Метки по поводу меток. Как выносятся метки? Метки выносятся параллельно меткам Торана Джаны. То есть, вот, грубо говоря, на себя звездочку ставлю. Звездочку поставил. Метки должны стоять вот по этой траектории. Вот так. Здесь. В квадрате и в крестике то же самое. Должны стоять параллельно джайна. Это делается банально для того, что если дается натиск после меток, метки натиск не будет идти и натиск метки не будут ловить. То есть даже если вы не успеете разбить. А А пятый. по поводу, смотрите дальше. По поводу купола. По поводу купола. Паладины можете сместиться подальше, сюда, к звездочке. Локи, как обычно, порталы назад. Все остальные начинаете примерно трусов на куполе. Примерно вот отсюда. Да, короче, смотрите, СС, СС, по поводу СС. СС до третьей фазы откатятся. Типа 10 минут пройдет. То есть вначале вы можете повесить их на кого угодно, но перед куполом они должны висеть на локах. Сами на себя вешаете. Дальше по поводу купола. Смещайте все сюда примерно, да? Тут будет разводящий, это будет или Йена, или Миш. Так, дальше. Сместились, и все кучно побежали. Купол будет даваться вот по этим меткам. Край купола это крестик, это квадрат.
учтите эти нюансы. То есть, где метки стоят, край купола будет вот ровно по этим меткам. Дальше, как вы бежите? Как вы бежите? Бежите все вместе? Все вместе. Кучно бежите. И бежите, смотрите в сторону Джайны. То есть, бежите боком и смотрите. Главное, чтобы на вас Фир. То есть, вот перед вами, видите, фиолетовым эта херня захерачила? Не ловите Фир, блядь. Просто бегите, блядь, в сторону Джайны и смотрите. Чтобы у вас персонаж был развернут в сторону Джайны. Это не важно, чтобы на всех нюансах было. Тут разбивать есть кому, типа, тут половина рейда, типа, умеет разбивать, так что они разобьют. Тут Мозер в соло выносит два катализатора, блядь, за один круг. Ой, дальше. Следующий нюанс. После купола выходим. Дальнейшие ваши действия. Вы все набираете рейндж. Все набираете рейндж. Примерно от ромбика до звездочки. Ну так, чтобы у вас хилы прохиливали. Следующий нюанс. Нате. Сбегайте сразу моментально, блять, в квадрат или в крестик. В зависимости от того, где вы стоите. Вышли с купола, милики, касаемо вас. Танк забирает трэш, который под боссом, подводит в одну из меток. Вы стоите, бьете этот трэш. Дальше, Войд, твоя обязанность. Сбитие костов, вот если будет далеко идти, как оно, копии стоят. Ты просто подходишь и сбиваешь косты. То же самое Женек. Тоже подходишь, сбиваешь ей кост. А по поводу еще, по поводу этого, дальше будет вешаться минус от хил, что очень критично. Меньше от хилу по рейду будет со стороны хилов. Так что смотрите. По поводу, если вы замечали, в Джайну летят копья. Такие нитки натягиваются сначала, потом летят копья. Все эти копии надо закрывать. Приоритет закрытия копий – это танк, который с этой стороны закрывает, где я стою. Дальше. Плюс милики. Плюс мешание будет, скорее всего. Плюс, ну, танки плюс милики. Плюс РДД. Если вы достаете, вы спокойно можете выйти, посмотреть копии. Что делают копии? Если копи прилетают в Джайну, у Джайна увеличивается урон от всех способностей. Причем солидно так увеличивается. То есть хилы уже потом прохиливать не смогут, если копья будут залетать в Джайну. А дальше. Плюс, что этот. Уменьшение урона по самой Джайне идет от этих копий. Копия – это столь важная билка босса, которую не надо игнорировать. А потом, РДД тоже могут их ловить, потому что эти копии увеличивают ваш урон. Типа, если вы словите копье, у вас урон будет увеличен. Так что, блядь, они наносят всего лишь по 10 тысяч урона, эти копья. Не больше. Каждое последующее увеличивает урон. Да, каждое последующее увеличивает урон, да, согласен. Так что ничего сложного. Так, короче, сейчас. Станьте по меткам, где кого расставил, чтобы я посмотрел сразу вторую фазу, а потом, чтобы я примерно прикинул, где кто стоит и сколько людей в метках. По меткам разойдитесь. Гена, ты если что... В ромбе, да, я знаю. Я... Нет, ты в печеньку установил. А, окей. Мне просто мир написал в ромб. Сову разграбил. Так. Раз, два, три, четыре. Кого-то одного не хватает. Что стоит труса? Он, по-моему, не в трусах. Сионист, а ты за приход давал? Пока что нет. Так, я в трусах или в печеньке все-таки?
печенье. Окей. Е настанет в печеньку. Зачем? Стоит так. Тут еще плюс дополнительный один человек появится. То есть получается раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут пять дамагеров будет. Пять дамагеров тут. Четыре плюс я. Пять. Тут тоже пять. Ну, все нормально, короче. Короче, так и остаемся, да? Да, так и остаемся, только Гена будет пить. Ставлю рыбу. Ставлю рыбу. И раздаем бафы. Напоминаю, на второй фазе главное вынос меток. Вынос метки. Вынос меток. Дальше. Чем дальше выносятся метки, тем легче всему рейду. То же самое про хил. Плюс, смотрите, не налажайте, закрывайте метеоры. Чем больше двигаетесь, чем больше закрываете метеоры, если это делают все, это меньше урона по рейду. Хилам легче, и, блядь, все живут. Дальше этот. Следующий нюанс по поводу второй фазы. После второго коллапса, милики, к боссу не бежите. Там будут инстант лучи. И, в принципе, все, больше нихуя интересно. Вчера все были, все видели, блядь. Практически убили, но сопроты не пили. Знаешь, а можно один вопрос, пожалуйста? Что? Эти копии джайны заливать нужно, которым квесты сбиваешь? Нет, их не надо бить, им просто надо квесты сбивать. Все. Хорошо, спасибо. Даю проверку. Мишань готов? Все, запускаем. Насчет квестов, кстати. А те, кто отбегают, ну, те, кто не стоят в метке танки, ДКшки, вы можете резать косты у любой копии. А те, которые рядышком, там лучше элемы, роги и так далее. Ты кого-то назначил из локов на быдло по джайне? Да, Локи. Okay. Локи уже всегда сидел на этом, он знает, все умеет. Так, этот, по поводу шторма, Войд по анонсе, и по стаке, по этот, свич твоего моба тоже анонсе. Там это, провокатор вместе с враской, с Мишани там. Чем быстрее сливается трэш, тем меньше урона парирует. Трэш снайпер. Забери. Шторм 10. Бежались.
25 стат. Да, вижу. Бейте, пошел. Штарм 10. Сбежались. Берите мелких. Активнее потрашу мелкого. Дал почти. Заберите мелких. Либо залейте. Провокатор. Братка потом. Шторм. Амара мне в стаке. Вага, ну подойди ко всем. Дайте ваги, Боб. Ханта умер. Так. А тут твой БР отдаешь. Кто отдает? Пока тут. Потом, после только после прожатия кнопки.
Смотрим за кустами. Лучи. Метки вынесли в инвестор, Беладон же запас. Войд. Дайте ребаф пахан. Эти ворозы. Диким пламенем выйдите. Пилом. Лучи. Лучи, лучи, лучи. Там просто кто-то в трусах прям метку разносит. Дебаф вынес. Чего разокрыли. Хил старик. Боссу идут. Метки встали. Сейвы дайте, царал просто. Дожались. Лучи. Метки. Веста, Керс, пока тут его. Фишка таут. Не идите вот своим пламенем сюда. Что ты делаешь, блядь, япончик? Вложил труд. Я закрыл вместе. Метеорит. Никого не заразил. Метки вынес. Теоры. Таунт. Боссы идут. Мишаня, сдвинься в ромбик. Таску там. Поэрик пока тут? Да, только подожди, пускай телурон пройдет. Хил, дефы. Старику бафы закинь. Не дохнет, честно. Метки вынесли. Диким пламенем вышли вдвоем. Метеоры закрыли. Заберите. Забрал. Нам же сказали, за метками не надо. Пацаны, сдвинемся, когда поищи. Если есть иннер по старику, дайте кто-нибудь. Метки вынес. Осторожно, труха. Метеоры закрыли. Заберите. Прохил Мишу. Че? Метки. Тупость пока тут. Арзи. Потом силы просто. Просто и левее пошли. Идут к боссу. Прохил Женуэна. Женуэн. Далеко не достаю. Сейчас прожмитесь и дайте. Дипэт. Лев. Мистерал. Хил. Теоры. Крываем. Каску дайте по ханту. Я включу сейчас таймер. Да, окей, этот. Сейчас все сдвинетесь в этот квадрат. Квадрат. Оу. Дадите все. И инра закиньте по хилам. И бафы дайте, пожалуйста. Могу еще гимноману спеть. Надо. Ману же гимноману дать. Потом... 10 секунд дам. Я сдал.
Скажите, как у него ХП полетит? Чего полетело? Я в процентах стою просто. Смотрим за костами, аккуратно. Метку. На ранже друг от друга ставьте. Звезду на гефку поставь. Буря, девка Мозер. Натиск. Натиск отбежали все. Дали по. Друг не. Буря. Локи япончик. Натиск, натиск. Луч. Метки. Геру дайте. Ближайшие сначала разбивайте, которые рядом. Натиск. Не добивайте право. Аккуратнее. Метка. 15 секунд до купола. Метки сразу разбивайте, и будет купол. СС по себе локи дайте. Купол. Блять, скучнее бегайте. Фир не ловите, бля. Кто там ловит фир? Никитос. Ладон. СС Гена был? Нет, я давал этому жену Эну. Ну, Эн, плюс идти на ТСС. Ну, мы не 15, мы убьем должен. Один остался. Блядь, жену Эн, ты плюсанешь? Есть на ТСС или нет? Нету. Инвестор, Женуэна, Женуэн, Тимыч. Лови, Мишаня, трэш. Тимыч, Евку. Метки. Дайте сейв. Женуэн сразу их. Бейте нас. Ты избивай, дыка. Килл. Им на ХП, да. Да. Разбейте. Да, точно. Вот, видите. О, блядь, даже не. Станьте в квадрат кучнее. Натиск.
Буря. Буря. Провокатор. Белодон. Метки. Край. Сразу быстро разбивает. Перебью просто запать. Может Геру попавшим дать? Там для хера еще других. Луч. Луч. Рейндж наберите, хилы, хилим, хилим, блин. Натиск. Продохли. Чё с хилами, блядь, не то? Очень это много кастует образа. Этого замедления каста на боссе не вижу. Где замедление каста на боссе? Локи. Они влияют. Типа у тебя эти шары кастуют ледяные образы, а не джайны. Крис, а зачем ты с бурей в метке стоишь, блин? Ты не можешь от шаров увернуться так, что ли? Никитос, блядь, Женёк, нахуй, вы долбоёбы. Один, блядь, сдох на куполе, блядь, потом встал ещё раз сдох, блядь. Не долбоёб ли ты? Не проще, блядь, встать уже после купола? Жена, ну тебя СС, получается, провисел и закончился, да? Окей. То есть... То же самое Никитос, блядь. Как ты нахуй фир ловишь, там? Не, жена, там как раз видишь, откдешивается. Если прям сейчас закину. Так, это сбитие костов, если чё. Какое-то сбитие. Мало сбитие. Вот вопрос. У нас три шамана. Сделайте себе макрос на сбитие в фокусе. Возьмите фокус копию, когда она появляется рядом, и сбивайте. Там же рейнджа у шамана. А, ну он сдох просто шаман. Ну, рейнджа, да. Я в варшаме сбивал косты, у меня больше 20 костов. Насчет кота не знаю. Точно маги могут, раз там сколько, 20 секунд, 24. Шаман раз в 6, да, секунд? Шаман рога у ближайшей копии, она достаточно близко стояла, тоже можно сбивать. Вар, по-моему, тоже чем-то может сбить. Вы серьезно, блядь? Ни одного сбития коста, ни от роги, блядь, ни от шаманов? Это основная задача у тех, кто может косты сбивать. Арестор шаман. Блять, ты видел, какой дамаг шел по рейду? Я хилить, блять, не успевал, нахуй. Какие нахуй так, косты? Дамаг, так в том и дело, что дамаг по рейду идет из-за того, что косты не сбивает никто. Ну, наверное, прошу. Надо, чтобы для смотреть. Начала начал ДД, блять, сбивать, чтобы хил мог подключиться. Если хил сразу первый подключится, вы же и упадете. Шар 8к наносит урона. Минус и дебаф на стакивает, который понижает, точнее, да, он понижает от хил. Сказал же, копья закрываем. 4 копья залетело в босса, будет кто закрыл. Ну там милики должны в основном крутиться, когда со копья. Со стороны РДД летит 2 копья, блядь. Потому что милики возле босса намного. 20% урона. Всех обид. Все шары бьют больнее на 20%. Буря. Все. Я поехал. А когда второй купол появится, копии исчезнут эти, да? Да. Что-то пиздец непривычно. Мишаня, здесь? Вот тут.
А у Лока собака может сбивать еще вроде, да? Может, но там КД. Там КД, да. Ну там типа секунд 20, что ли. Еще не помню. 24. Но как у магов, раз 24. Явно меньше, чем у магов. У магов, блять, одна 24 секунды. А тайфун не сбивает? Еще, разве что, Локи, ты на Джайну кидай, а я хотя бы на одну копию буду пытаться тоже красноязычие кидать. Потому что на копию, возможно, тоже кидается. Ну, это на образ, точнее. А у нас... Кулак по друидам можно там как-то? Там бесполезная часть. Там минут потом. Чего, Лёха? Там очень быстрые косты. Ну, их все равно будет меньше. То есть на протяжении их будет меньше. Мне просто еще непривычно тут. Чего? Чувствуешь себя лоб. Ну да. Это не сова, а где звезда. Да, тут дело не в этом. Типа совсем другой чар и другие обилки, другие маневры, так скажем. Куполе пушнее, верно, первый. Шторм 10. Быстрее разбежать. Собирались. После первого купола больше как порталы шел, да? Порталы группы, конечно, бить, только 13. Заберите мел. Шторм 10. Вот, кто такой умный в портал Локус встал? Сбежались. Вадь, забери на меня мелкого, ой, на себя мелкого. Дайте инер по шаману. Пятый патч. Харсис. Хорошо. По поводу натиска РДД. По поводу натиска. Вы стоите, дамажите на натиске. А то я смотрю, половина, блядь, стояла не дамажена на натиске. На ту сторону. Шторм 15.
Шторм. Да, вот эти четыре. Сбежались. Сбежались. Мелкого заберите. Вот, забери на себя одного. Кнопка. Так, а тут твой БР. Хотя нет, не стоп. Не твой. Лучи. Метки. Что не отдашь твой? Таун. Метка. Метеора. Заберите босса. Я промахнулся. Подхильте Войда. Забрал. Забрал. Войда, хильте хорошо. Лучи. Метки. Лёг, забери. Дай метеоры. Я смогу поднять только после. Сейчас поползут. Прохил. Сэвы. И расстанешь после. Здорово. Спасибо. Бафы подниму. Лучи. Заберите. Метки. Заберите. Метеоры. Веста поднимает. Лучи. Кирса прохил. Блять. Метки.
Женоин поднимаешь и... Войт таунт. Метеора. Хил. Метеора. Мишу прохильте далеко. Блядь, где прохил порейду? Ползут. Дай ману. По шаманам каску, приступов. Ебать, поднимаешь Мишу. Сейчас сразу лучи будут после коллапса. Миша, это Зубкал, да? Да, лучи. Метки. Кончу гимна. Забери. Метеора. Сразу прохил, дайте. Метеора закроется. Прохил. Лучи. Каску метки. Видим. Метки вынесли. Пустой. Метеора. Второй раз. Подхильте войда. Лучи. Метки. Боссы идут. Гибда пламя быстрее идут. Заберите. Женой она просила. Да какого? Да пить! Ну, мать. Красиво, прожались. Метеора. Ложитесь. Какого хуя, блядь, старик, ты дохнешь? Блядь, я забегаю в глыбу первый раз. Ой, в метеор. И меня убило, нахуй. Я не знаю из-за чего. Второй раз у меня там даже маны себя прохилить не было. Ну, так а при чем тут старик тогда, блядь? Блядь, сука, иди все усилки в хп, брат. Если ты, блядь, прожить не можешь, блядь. Нам один закрывает, Лёх. Два человек. Какой один, блядь? Сейчас второй метеор был, блядь, вдвоём. Втроём даже стояли. Еще раз повторяю тебе, я второй раз даже себя прохилить не мог, у меня маны не было. А первый раз я умер, потому что кто-то не закрыл. Если бы кто-то не закрыл, на всех был бы дебаф, но дебафа не было. Был один дебаф. Выпейте кто-нибудь хаст предпод, попробуйте ему срез дать. Ложите, похуй. Да пиздец, блядь. Шаман, блядь, рестер. Два рестер-шамана дохнут. Женёк, блядь, дохнет. Как, блядь, Илему тут, сука, можно сдохнуть? Ну, прилетело с коллапса, правильно, потому что ты слоил дебаф. Бывает такое, когда лужу выносишь, и она сразу призывает, можно выхватить. Я не знаю, что там делает Войд, блядь. Реально. Звезды. Если у тебя дохнет рестор шаман, блядь, соло в метеоре. Что ты там делаешь? В качестве танка. Ты стоишь, не двигаешься от лоса? Ну почему? Закрываю тоже. Блять, а чё один рестор шаман дохнет? Приоритет больше. Метку выносил. Приоритет. Так, блять, после метки. Даже если ты вынес метку, после метки у тебя есть время добежать до метеора. Спокойно вот. Или вы, блять, после метки уже все потерялись на. Ну я с диким пламенем закрывал, а с который вот на край выносить я не успел одно. Тут невозможно не успеть, блядь. Тут все идет по таймингу.
Баф. Все идет по очереди. Даже дикое пламя перед лучом. Тыкните на огурцы. С диким пламенем, блядь, старайтесь закрывать. Если вы можете закрыть, то, блядь, аккуратно, очень. Два человека. Жена, я просто не на тебя кидал. На первой фазе, нет, гир. Глыбу прожать. Воп попроси. Это все потому, что огурцы не взял. Если на вас есть дикое пламя, не бегите закрывать метеор, не подставляйте других. Соло, можете метеор закрывать в соло, если прожмете дубовую кожу и прыгнете в медведя. Что? Это спасает. Если фул хп. Это на крайний случай. Ну, кот, естественно, тоже соло может.